Всем привет! Продолжаем гулять по Ирарте. Музей Ирарта представляет выставку британского фотографа Пеппербоя «Вырезать, вставить», преображающего городские пространства с помощью минималистичных силуэтов из бумаги. Вот что написано в анонсе. Рич Маккор или Пеппербоя. Фотограф, которого называют неразрушающим вандалом. Используя свою камеру и вырезанные из бумаги фигурки, он создает иллюзию искусственной перспективы. Занятие, которое поначалу воспринималось лондонцем как хобби, уже через год принесло ему вирусную популярность. Теперь Рич путешествует по миру, а число его подписчиков в социальных сетях приближается к 500 000. На его счету сотрудничество с крупнейшими мировыми брендами, среди которых Microsoft, Red Bull и Puma. Рукотворные сайт-специфик объекты, населяющие небо над мегаполисами. В начале творческого пути Маккор сутками бродил по лондонским улицам в поисках интересных кадров. Упражнявшись с рисунками, Рич спонтанно открыл для себя новый формат. Черные минималистичные силуэты, напоминающие созданные при помощи трафаретов граффити, неожиданным и остроумным образом дополняли привычную зрителю картинку. Одним из первых произведений в этом стиле стала фотография Биг Бена в виде наручных часов. Его фотоманипуляции – это аналоговая дополненная реальность. Орудуя скальпелем за рабочим столом, художник создает нечто вроде глобального уличного искусства, бумажного стрит-арта. В этом термине кроется аналогия с бумажной архитектурой или архитектурными фантазии. Ну, вот так вот, может, немножко заумно сказано в анонсе, но дело то, что написано. Надо просто посмотреть эти работы. Ну, достаточно необычно и, конечно, креативно. Выставка в музее Ирарта Рича Маккора Пеппербоя «Вырезать, вставить». Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.